лесники сидят. Наверное, рыбу наловили. Рыбачу сегодня, кстати, опять со своим знакомым Антоном. Он пришел раньше. Вот с первой лунки вот кого-то поймал уже. Окунек. Окунек. На мухомормыша. В лунке отцепился, прикинь. Да? Ты... Я его рукой туда и вытащил. Ну вот, видишь. Значит, с реакцией у тебя все хорошо. Потом сфоткаешь. Ну, полкило ты точно есть. Да, полкило, я думаю, грамм 600. Угу. Прибыл я на место прошлой рыбалки. Вот мои лунки старые. Сейчас буду их В общем, первый круг принес мне несколько интересных поклевок и одного маленького подлещика. Поэтому я ушел от толпы метров за 200 и решил пробурить тут несколько луночек. Закормить все это дело мормышем, чтобы это у меня была запасная точка, на которую я буду периодически приходить и проверять. Прям сверху закинул. Пускай тонут, привлекают рыбку. Забился. Чуть покрупнее. Пришел я снова на вторую точку.
Вот. Вот он. Ой. Ой, клюнуло. Хорошая рыбка. Ой. Вот это плотва. Вот это плотва клюнула, ребята. Ничего себе. Вот это да. Ух ты. Какая красота. Огонь. Огонь вообще. Со дна. Хлобыснул кто-то со дна. О, лещик. Нормально. Нет. Эх ты. Убежал. Что-то там он тоже. Непонятно что. Ребята. О, вот смотри на чертиков. Это окунь на двушку. Не, это не двушка, но больше килограмма. Это окунь на кило. Кило 200, наверное. 500. Кило 300. Я тебе говорю, кило 500. Стопудово. Да, четко. Сейчас весим. Четко вообще. Да, все вообще удачно его, ага. Какой красавчик. Ошметок. Ну у тебя весы-то там, ну ладно, потом. Весы у меня вон там. А, ну сейчас сходим, взвешим. Давай. Так. Все, спасибо. Ребята, сейчас мы взвешиваем этого мутанта. Это реально мутант. Голова такая, ооо, прям. Вообще огонь. Че, рекорд? Кило 405. Кило 405. Рекорд? Я тебя поздравляю. Спасибо. Обновил рекорд твой. Я тебя поздравляю. Который продержался 2 дня. Вот такие вот поросята клюют, ребят. Да. Прям вообще жесть. Поверни, поверни. Ну как, руки-то трясутся до сих пор? Вообще. Непередаваемое ощущение. Вот это экшен. Сорожку. Сорожку? Да, взвешим сорожку. Я думаю, грамм. 150 должно быть. Даже больше. А нет, 150 четко. 150. Интересный окушок. Угу. Поднял кто-то. Нормальная рыбка. Вроде бы. Подлещик. Подлещик. О. Пойдет. Угу. Пойдет.
Вот она. Вот она, лебёдка хорошая взяла. Ой. Леску травит. Ой-ой-ой. Вот. Окунина попала. Хороший окунёк. Добренький. Хорошо взял. Угу. Зачет. Вот он и клюнул, ребята. Рыбка. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот он. Вот он, ребята. Зачет на кулинах. Вот он. Товарняк. Я его еле остановил, этот товарный поезд. Вот он. Ух. Мощно. Ух. Хватнул как хорошо. Ни за что бы не убежал. Огонь. Сначала-то чуть не оторвал. Вот. Вот такой. Красавчик какой. О-о-о. Мощь. Фу-у-у, руки трясутся. Фу, вот не зря я вторую точку-то закормил. Сейчас пока трясти не особенно получается, руки от адреналина колбасит. Ну ничего, это хороший адреналин. Мормуша присоседился. Кто-то очень серьезный. Это очень серьезный окунь. Вот это рыба. Вот это рыба. О, какой. Красавчик какой. Ух. Четко как схватил. Класс. Прям огонь вообще. Блин, еще его не отцепить так просто. Эх ты.
четко как взял. Ху какой. Красавец. Красавец. Ну вот. Какие красавчики у меня сегодня. После поимки такой рыбы мормышку надо перевязать. Не выдержала душа такой проводки. Интересно, все-таки схватила какая-то рыбка. О-о-о. Рожка воткнулась сначала крючком в лунку. Газуй, газуй, газуй. Проводка, видели, какая была? Слабо. Потом побыстрее, потом еще быстрее, прям дрыблин воткнула. Интересная проводочка. Вот он. Эх, ты убежал. Ё-моё, блин. Какая хорошая рыбка была. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот он. Вот он. Вот он. Пошел, пошел, пошел. Ух. Ой, ой, ой. Опять, опять, опять. Куда? Фух. Вот эта рыба мощная попала. Фух. Ой. Окунёк попал, окунёк. Ой. Вот так. Вот так. Вот так вот, красавчик. Ух. Ух. Вот это да. Вот это я понимаю. Раздача окуней. Ух. Красавец какой. Вот такую проводочку. Тихо, тихо, тихо. Такой прям. Ух. В общем, ребят, рыбалка подходит к своему завершению. Хотел бы я взвесить окуньков. Ну и вам показать вес. Как по-быстрому. Раз. Тын-дын-дын-дын. 635 грамм зафиксированный вес. Здесь у нас. Тихо, 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 тихо. Поранишься же ведь, дурачок. Конечно, закоптить таких окуней было бы просто шик, блеск и красота. Но. Ну что такое, весы. Весы. Вот. Но. Вся эта рыба пойдет на выпуск.
610 грамм. Это самец. Самый крупненький. Самый жирненький. Мамка клюнула. Ну, наверное, грамм 700. Я думал, что грамм 700 тут должно быть. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. 665 грамм. Красота. Так, мелкий окунек пошел. Окунек, мамка покрупнее. Поплывешь? Давай, газуй. Сорожка, погоди немножко. Пойдешь? Пойду, говорит, пойду. Окунёк. Ух, красавец какой, да? Ух, прям огонь. Давай, 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 стартуй, 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 стартуй. Давай, 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 давай. Ух. Сорожку выталкивает. Вот так. Только что попался, который окунёк. Вот он. Ух ты. Давай, давай, мой хороший. Давай, газуй, газуй, газу. Ну, 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 я ж тебя поймаю сейчас. Давай, 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 давай. Оп. Ну и мамку. Сейчас отпустим тоже. Оп. Мамка-то быстрее уйдет. Да, вон мамка пошла. Толкаются в лунки. Все, мамка ушла, и ты давай иди. Ну? Давай, давай, давай. Вот, молодец, молодец. Молодец. Все, убежал. Красава. Фух, на душе хорошо. На душе легко от того, что поборолся с такой рыбой. Замечательной, большой, крупной, сильной. И не забрал домой, а выпустил на свободу, выпустил в родную стихию. Эти окуни, такие вот 600-700 граммов, они прожили примерно лет, ну где-то от 8 до 10 лет в водоеме прожил такой окунь. Это по ихтиологическим таблицам можно посмотреть. И такая рыба, она должна жить, особенно в тех водоемах, где этой рыбы очень мало, и она считается трофейной. А сегодня рыбалка просто какая-то феерическая вышла. То есть я очень давно не ловил столько рыбы крупной в таком количестве. И я сегодня прям кайфанул. В общем, ладно, ребят, у меня на этом все. Увидимся с вами в следующих видео. Всем здоровья, благополучия. И пусть у вас все будет хорошо. Улыбаться опять надо. Вот такие вот, ребят, клюют поросята. Ну это вообще, конечно. Сфоткаешь меня? Ух, какой. Не, полтора здесь нету. Меньше.